все, друзья, смотрите. Вот так все выглядит. Все зацепилось, все нормально. Тут тоже все окей. Вот такой видок классный. Вот теперь все классно. Вот так я ставлю. Так, здесь маленько уголок отставал. Добавил туда герметика и двусторонний скотч в два слоя. Вот, и все окей. Он сцепилось и будет держаться. Ну и все, и тут все по красоте. Реально это нравится. В общем, все ссылочки будут в описании. Брал все в Вистошопе. И ждите распаковочку новой посылки. Здесь кастомные подушки двигателя. Все, ребята, всем удачи и пока.